Поп? Это макабр. Роберт Макабр. Ну, это мистика, плюс ужас там, туда-сюда. Это у вас такие настроения сейчас? Не, я просто с детства люблю мистические все дела. Фильмы ужасов. А я, у вас... я помешан на это. Как-то вот немножко не соответствует. То есть любите вы одно, а сами вы делаете другое. Почему? Я и в песнях, у нас половина песен на мистическом основе. Ну, видимо, это какие-то ранние альбомы, да, если ты... Да нет. Во всех альбомах песни по две, но что-нибудь с мистикой связано есть. Это четко. Вот, а сейчас последний альбом выйдет после Нового года. То есть я сейчас над ним работаю, он будет полностью мистический. Полностью, от начала до конца он будет называться «Восставшие из ада». Как-то это связано с сериалом? И он будет в стиле тяжелого рэпа такого. Тяжелый рэп с мистической основой. Но это необычно, такого еще не было. У вас не было такого? В России еще такого не было. Не было еще такой группы, что пели в тяжелом рэпе с мистической основой. Юрий, скажите, пожалуйста, а как трудно было вот существовать в советское время? Я в него и не существовал. Группа образовалась в 87 году, а советское время кончилось в стране. Стали аэроклубы открываться, и там стали уже все беспредел творить, все эти группы московские, ленинградские, и также периферийные все. Там стали появляться группы «Автоматический удовлетворитель», такие вот эти панковские все. Тоже там и матом ругались, вот. Но вот на этом фоне и возродился «Сектор Газа». Вот и все. А концерты когда-нибудь отменялись по каким-нибудь причинам, вот чисто таким, как сказать, идеологическим? Не отменялись, но они после концерта были какие-то там нюансы, да, все мелочи. А так у нас все проходило хорошо. А как вот ваши близкие относятся, как бы... Хотя очень много, конечно, влияет на многие... Залы не берут. «Сектор Газа», значит, там такое будет сверхъестественно, там все поломают, все стремаются. Это вот было несколько раз. Но очень редко. В основном все проходит гладко. А как ваши близкие относятся к вашему такому, ну, несколько одиозному, может быть, творчеству? Нормально относятся. У них сын популярный человек на всю страну. А что он говорит своим одноклассникам, или сколько ему лет, я не знаю, друзьям, например, ну, спрашивают, ну, почему там папа матерится, что он им может сказать? А да почему материться? У нас мата практически уже нет, все альбомы идут на ура. И вы вбили в свою голову, еще зашли, и вот мат. Вот взять последний альбом, вообще мат два слова на весь альбом, в одной песне. Последний альбом вообще ни одного мата. Нет, тоже в одной песне вообще, там одно слово. А в связи с чем у вас? Слушая вас, это получается, если сердце включить, то прям эх, ёб, и пошло прям до самого начала до конца. Ну, там что? Есть вот какие-то сальности. А в связи с чем у вас вот этот перелом мировоззрения? Что это, кризис там 30 с чем-то лет, как возраст Христа, или я еще не знаю, что там? В смысле чего? Ну, бывает вот возраст, там, кризис 30 лет, человек пересматривает жизнь. У вас тоже так взяли, вот вы поменялись? Мне просто матерщинщину дали. Собираюсь мне это доказывать. Это уже наукой доказано. А вот не совсем непонятно. С одной стороны, я слышала, что ваша группа входит в десятку самых продаваемых вот, по числу кассет, да? А с другой стороны, у вас, я тоже читала, что не хватило денег на то, чтобы отпраздновать свой день рождения 10 лет группе. Вот как это все вяжется? А это потому, это вяжется, это...